Закружились в хороводе на главной площади города. Несмотря на мороз и снегопад, здесь собралось 6 тысяч человек. Чтобы никто не замерз, организаторы подготовили для саратовцев множество интерактивных площадок. Радиостанция «Юмор-ФМ Саратов» и администрация муниципального образования город Саратов объединили свои силы в этом году и решили сделать большой, широкий праздник для всех саратовцев. Есть активности от партнеров и спонсоров «Юмор-ФМ». Есть очень интересные активности от всех районов города Саратова. Очень много вкусностей сегодня приготовили для нас торговые предприятия. Сытыми сегодня останутся абсолютно все. Зима сегодня проявила к нам свое благодушие. Она одарила нас снегом. Конечно же, в каждый дом мир, конечно же, в каждый дом тепло, конечно, в каждый дом любви. И как сегодня по обычаям, сегодня прощенное воскресенье, конечно же, пусть все оставят свои обиды, пусть все простят своим близким, потому что без обиды, конечно, жить намного легче. И кажется, обиженных и грустных на этом празднике действительно не сыскать. Широкая масленица не дает заскучать ни детям, ни взрослым. Саратовцы сдают нормы ГТО, принимают участие в подвижных играх и конкурсах, перетягивают канат, бегают в мешках, с легкостью перекидывают гири и борются на подушках. Самые маленькие гости играют в ручеек, участвуют в веселых стартах и соревнуются в ловкости. Все очень весело, очень хорошая организация, хорошие коллективы выступают. Приятно посмотреть, послушать, потанцевать. Вкусные блины очень, особенно большой блин ваш, который ребята пекли. Мне очень нравится этот праздник, потрясающий, и я рада, что масленица началась, и весна скоро наступит. Ура! Как и всегда, на масленице не обошлось без исконно русских угощений. На площади даже испекли блин рекордного размера, диаметр которого достиг 2 метра, а вес почти 10 килограммов. Партнеры и спонсоры праздника также приготовили для саратовцев множество ценных призов. В розыгрыш от электронного дискаунтера «Ситилинк» были телевизоры, кофемашины и сертификаты на покупки. Самый дорогой – 2 кухни стоимостью 80 тысяч рублей каждая от мебельной компании «СМК». Получить купон можно было несколькими способами. В мебельном салоне «СМК» и прокричав слоган «Хочу кухню СМК» в эфире радиостанции «Юмор-ФМ Саратов». Сегодня люди все свои купоны принесли, мы их закинули в лототрон, и теперь счастливые обладатели кухни будут найдены. На этот раз Нечаева. Нечаева Елена! Елена Нечаева не верит своей удаче. Я не верю до сих пор! Вообще не верю. Но я верила. Я вот ходила, просто продумала, нам очень нужна кухня. Я звонила на радио FM. Ведущий спросил меня, почему же у вас нет до сих пор кухни? Я говорю, так получилось, мы ее строим. Девчонка, у меня фартовая. 6 детей у нас, нам очень нужна кухня СМК. Это точно. По старинной русской традиции широкая масленица завершилась сожжением чучела зимы. Уже 8 лет подряд «Юмор-ФМ Саратов» устраивает для горожан масленицу. В течение всего праздника более 100 саратовцев передали приветы своим родным и друзьям в рубрике «Видеобудка». Праздничные выпуски уже крутятся в эфире телеканала и выложены на сайте saratov24.tv. Нина Цапайкина, Александр Кравченко, «Саратов-24».